Всем привет, меня зовут Елена Коваленко. И сегодняшнее видео о том, как же быть лидером в MLM-компании, какие качества должен развивать себе лидер и как достичь своих целей. Итак, нужно помнить, что MLM-бизнес – это в первую очередь командный бизнес. Поэтому в одиночку вы здесь никогда не придете к хорошим результатам, никогда вы не получите здесь большие деньги. Поэтому построить команду, построить структуру – это самое первое, что нужно сделать в MLM-бизнесе. И, конечно же, во главе всей этой команды должен стоять грамотный лидер. Итак, какие же качества должны быть у лидера, чтобы он быстро шел к своей цели и добивался результатов вместе со своей командой, а также помогал своей команде вырасти и в свою очередь тоже воспитать в себе лидерские качества? Итак, самое главное, самое первое качество лидера – это ответственность. Если лидер не берет ответственность на себя, если он постоянно старается прикладывать его на кого-то, на своего спонсора, на свою команду, на родственников, то это не лидер. Запомните это, пожалуйста. Также у вас с командой должны быть общие командные цели, к которым вы идете вместе. Но именно лидер должен выбрать правильное направление и ориентировать на это направление свою команду. Также у лидера должна быть своя собственная школа. Как эту школу сделать? Естественно, создать ее на основе своего опыта, на основе своих наработок. Миссия – это то, без чего лидер ни к чему не придет. Невозможно просто поставить $1 000 000 или 1 000 000 евро перед глазами и идти просто к этой денежной сумме. Обязательно должна быть миссия – это помощь другим людям. Нужно обязательно развивать свое креативное мышление. То есть постоянно обучаться, развиваться, идти в ногу со временем. Без этого лидер тоже не сможет работать и не сможет давать своей команде какие-то элементарные знания, которые приведут команду к цели. Итак, второе очень главное качество лидера – это думать о своей команде. Что это означает? Во-первых, обязательно выстроить план вместе с человеком и дать ему возможность, дать ему инструменты прийти к этому плану. Именно дать возможность, а не сделать за него. Вот это тоже очень важно. Нужно научить команду, нужно научить человека быть самостоятельным и независимым лидером, чтобы он не ждал постоянно от вас каких-то действий и не ждал постоянно того, что вы за него будете делать его работу. Это неправильно. Такой человек никогда не станет лидером, к сожалению. Далее, нужно обязательно снабдить свою команду школой и различными инструментами, с помощью которых они будут становиться лидерами и достигать своих целей. Что это такое? Это собственная школа, это марафоны, это различного вида вебинары, это записи видеоуроков и так далее. Третье, очень важное качество, не нужно строить из себя директора. В каком плане? MLM-бизнес – это бизнес-партнерство. Нужно здесь забыть о подчиненных и руководителях. А многие лидеры пытаются перенести схему наемного рабочего труда в MLM-бизнес. Это неправильно. Всегда партнерьтесь с человеком. Да, у вас всегда одинаковые права. Поэтому вы просто спонсор, вы просто лидер, который направляет и обучает. Все остальное человек делает сам, еще раз повторюсь, это его бизнес, и он берет ответственность полностью на себя. Поэтому не делайте MLM-бизнес наемным рабочим трудом. Четвертое очень хорошее качество, которое, несомненно, должно быть у каждого лидера, это упорство. Вы ставите себе цели и идете к ним сами. Вы не ждете, пока вам дадут какие-то инструменты. Вы изучаете, вы думаете, вы вносите какие-то свои коррективы и упорно идете к своим целям. Нужно развивать в себе новые качества и нужно обучать этому своих людей. Обязательно сами контролируйте свои действия. Если вы лидер, то контролируйте свои действия и давайте им грамотную оценку. Научитесь самооценивать себя. Пятое шикарное качество – научиться принимать и анализировать свои ошибки. И самое главное – прорабатывать их. Очень часто
Есть такие лидеры, которые пытаются свои ошибки свалить на кого-то другого. Это неправильно. В первую очередь ты должен подумать, что я здесь делал не то, чтобы получить такой отрицательный результат. И проработать эту ошибку. Это вообще очень классное качество. Очень многие переживают, что если они новички, у них никогда не получится вырасти в лидеров. На самом деле ошибочно предполагать, что лидер – это врожденное качество. Нет, это неправда. Лидерство – это приобретенное качество. Поэтому каждый новичок может стать лидером. Просто все это делается постепенно. Постепенно вы будете приобретать новые знания, вы будете их шлифовать и, конечно, идти к своей цели. И со временем вам будет делать это все легче и легче. И вы, в конце концов, обязательно станете лидером. Только упорно идите к своей цели. Итак, с вами была Елена Коваленко. Я надеюсь, что эта тема вам была близка, потому что каждый, кто приходит в сетевой маркетинг, в душе, конечно же, хочет стать лидером. Ну, а получится или нет, зависит только от тебя самого. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Ну и, конечно же, в комментариях вы можете задавать любые вопросы, я обязательно на них отвечу. Пока-пока!